прослушали серенаду братца Краба и рассматривали его портрет. И так интересно, что вот этот цвет, который воспевается в серенаде, как он легко и радостно он несет в жизни. Радость жизни, он просто являет ее в глазах. Этот шарик, бубен, столько вот радости и ликования. И понимаешь, как братец Краб несет этот цвет в жизни, что это он радует всех вокруг тем, чем он может, что он может в своей жизни максимально принести. И как эта реализация, она насколько может быть разнообразной. Здесь на языке песни, такой вроде бы все равно герой-то сказочный, а мы знакомимся, есть возможность встретиться с проявлением духовной любви. Вот он поет песню своей любимой «Звезде», а в этих лучах любви хорошо каждому, хорошо мне, хорошо каждому, кто и встретится с этим лучом любви, кто и услышит эту серенаду.